Привет всем любителям вкусных и полезных блюд. В этом видео я представляю вам рецепт осеннего салата витаминный. Для его приготовления понадобятся: четверть небольшого вилка капусты, один длинный огурец, три маленьких или один большой болгарский перец, одна морковь среднего размера, полголовки репчатого лука, два зубчика чеснока, три столовые ложки растительного масла, две столовые ложки свежевыжатого сока лимона, пол столовой ложки морской соли и треть чайной ложки молотого перца. В моем рецепте смесь 5 перцев. Салат готовится без затруднений. Листья белокочанной капусты необходимо нашинковать длинной соломкой, слегка посолить и переминать капусту до мягкости и образования влаги. Затем очищенную морковь нарезать средней длины соломкой и добавить ее к капусте. И вместе все снова перемешать до мягкости моркови. После чего нарезать огурец не слишком тонким полукругом и отправить его к капусте с морковью. Болгарский перец очистить от семян и нарезать с соломкой. Также отправить к остальным нарезанным овощам. Затем посыпать перцем, посолить, полить соком лимона, растительным маслом и перемешать. Ах да, забыл про чеснок и лук. Чеснок раздавить плоской стороной ножа и мелко нарезать. Нарезанный чеснок отправить в чашу с салатом. После чего нарезать репчатый лук соломкой и, отправив его в салат, все перемешать. Салат готов. Пробуйте теперь и вы приготовить такой простой, но в то же время полезный и вкусный салат. Не забудьте поддержать меня лайками, подписаться, поделиться с друзьями и написать свое мнение в комментариях. Берегите себя и будьте здоровы. Пока!